Добрый день, меня зовут Николай. Сегодня я занял первое место на открытом чемпионате Таллина по фиглайту. К этой победе я готовился психологически, физически. Посещал тренировки и верил в свою победу. Мой тренер Дмитрий Воробьев, самый замечательный тренер, у которого я тренировался, отлично тренирует, сразу дает результат. В будущем я хочу выступить в чемпионате Эстонии по кикбоксингу. Это будет в мае, и хочу победить, соответственно. Спасибо.